Всем привет! Пока действует скидка 25% на европейском Барфейсе, я буду здесь крутить коробки удачи. И начну я, пожалуй, с именно него. Миллер, или же Макмиллан. Ну что, первые 5 коробок пошли? 1, 2, 3, 4, 5. Выхожу я, Миллер, выбивать. А что же у нас в этих 5 коробках? Я думаю, что там будет 3 скина. 2 из которых одинаковые. Ну-ка. 1, 2, 3. Один скин и 2 одинаковых. Отлично, то, что я и хотел. А что у нас здесь? Здесь у нас никакого Макмиллана, но зато новое звание. Знаки воскрешения и оружие для инжа. Все, в этих 5 коробках будет Макмиллан. Так, открываю. И там Мак... Ни хрена тут нет. Одни скины и Барретт. Все, я не хочу никакой Макмиллан. Не хочу я никакой Миллер. Я хочу Барретт на 2 дня. А лучше на 3. Что у нас тут? О! Мои мечты сбываются. Опять хочу Барретт. Ну-ка. Есть он или нет? Ну-ка. О! Аж целых 3 Барретта. Абракадабра. Рахат Лукум. Выпади мне с этих 3 коробок. Я тебя заклинаю. Не работает тут заклятие, да? Ладно. Плиз! Выпади мне с этих 5 коробок, Макмиллан. Хотя бы на час. А лучше навсегда. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.